отправляю запрос. И с места в карьер я с самого начала, даже не дав сказать ни одного слова Володе, потому что, зная его продвинутость... Привет, привет, дорогой. Привет, дорогие. Привет, привет, привет. Пожалуйста, дай мне сделать entrance, дай мне сделать введение, потому что я знаю, что ты потом не дашь мне вставить эти слова. И, пожалуйста, вот сейчас просто смотри и слушай. Да, дорогие мои. У нас сейчас встреча с Владимиром, и то, что им задумано, мало сказать, что это грандиозно, да, но перед тем, как сделать небольшое введение в этот, в эту историю, да, я хочу обратить ваше внимание, не стесняясь пафосных фраз, а речь идет о наследии Станислава Грофа. Да, и, конечно же, человек, который посвятил всю свою жизнь этому исследованию, и масштаб этого человека, который вот сейчас сидит по правую руку от меня, и вы видите его лицо, и он, конечно же, сейчас будет говорить массу разных путанных слов, чтобы только не дать мне это сказать, но на самом деле очень важно понять масштаб этой миссии, которая была посвящена исследованию деятельности этого великого человека, Станислава Грофа, да, и мы сейчас будем говорить на самом деле, каков этот масштаб, но зная Володю, хотя мне хочется называть по имени и отчеству, но наши сердечные отношения настолько близки и спаяны, что я нежность моего сердца не позволяет его назвать какими-то пафосными эпитетами, он для меня Володя, и вы увидите, как мы будем вот так вот он... До смерти, Вадик Володя. Да, и так далее, но я хочу, сори, что я путаюсь сейчас, но я хочу провозгласить этот невероятный масштаб, слушать который и благодарность, к которому есть смысл испытывать, да, и прямо сейчас это все транслировать, потому что все, чем я занимаюсь на самом деле, и вся моя система самоосвобождающейся игры, исследование природы творчества, феномена игры и так далее, на самом деле возникло из этого легкого, нежного, трогательного, веселого шлепка по ягодицам Володи, да, и я полетел в контексте своего развития дальше. И, конечно же, все это началось, опираясь на наследие Станислава Грофа. И поэтому позвольте мне в этом нашем выходе быть достаточно сентиментальным, трогательным и очень избыточно благодарным, потому что... И мы сейчас коснемся этой истории, и Володя будет меня спрашивать и терзать, с чего все началось и так далее. Я, конечно же, расскажу, но вот я сразу же хочу зарядить вас тем, что я позволю себе быть очень сентиментальным, очень благодарным, избыточно эмоциональным в рассказе и о Станиславе Грофе, и о Володе Майкове, потому что они для меня — это вот один слитый монолит. Да, Володя, вот мне нужно было это выразить с самого начала. Я усидел, я не перебивал, Вадик. Ты не перебивал. Глубочайшего уважения и восхищения тобой. Когда я встретился с Вадиком лично много-много лет назад, почти два десятка лет назад, я сразу увидел гения. Гениальную книгу, человека, который... Вот это напоминает уже «Кукушка хвалит петуха». И то, что всем сейчас известно, как Арлекиниада, как Мистер Фриман, как другие величайшие проекты Вадика, его семинары, его невероятные книги, последняя, да, им, наверное, всем известно, я считаю, что это просто вершина, вообще книг о театре и развитии. Подхвачу тебя. Мне кажется, я увидел это уже тогда, и... Ну, просто это была любовь с первого взгляда, и я терзал Вадика, приглашая его на все свои конференции. Мы даже вместе провели семинар о театре, метафизическом театре внутреннем, магическом театре сознания, да. И всю твою тогдашнюю труппу я полюбил тоже. Я помню эти блестящие спектакли. И почему вот до сих пор нет барда для Алиса? Ты же написал этот сценарий. Где этот гениальный спектакль? И сколько их у тебя тогда, что было, да, показано, очень много, но пока еще не историй, которые, очень много, общем, историй, которые... Это дружба на всю жизнь, понимание и так далее. Словом, мы могли бы целиком эфир рассказывать о нашей любви друг другу.
Ну, одну историю я все-таки расскажу. Позволь мне одну историю я все-таки расскажу. И это касается книги «Самоосвобождающаяся игра». Ее уже очень трудно найти на полках магазинов, по крайней мере, в том издании, в каком она была издана Володей. Но это труд, в который было вложено почти 20 лет исследований. Я уже довольно взрослый персонажик, но так и не нашедший поддержки, потому что все вертели пальцем у виска. Идеи выглядели довольно забавными. И вот все это облеклось в контент самоосвобождающейся игры. То есть, довольно сложная парадигма. То есть игра, которая не только сама освобождается в контексте себя самой, то есть не только кого-то освобождает, но и сама освобождается в контексте своего собственного завихрения. И вот эта книга, «Самоосвобождающаяся игра», а я уже обошел очень много издательств, где вертели пальцем у виска и так далее, говоря о том, что это непонимаемое, это не будет куплено и так далее. И вот я обращаюсь, я уже не помню, с чьей наводки, к Володе, и он прочитывает этот текст и говорит о том, что, ты знаешь, я издам эту книгу. В серии «Трансперсональные тексты», да, «Тексты трансперсональной психологии», но она будет воспринята аудиторией только через 10 лет. И я принимаю это пророчество, а мы же, как вы знаете, как мы все знаем, мы самореализующиеся пророчества, да, и очень важно было бы, чтобы кто-то увидел тебя, да, и вот этот вот подхват, этот шлепок по ягодицам, как раз я и воспринял, и вышла книга. И когда она вышла в 2004 году, великое событие. Для меня не было более мощного события в том, чтобы вдруг осознать себя способным творить что-то, что не укладывается пока в сознании других. Но надо просто продолжать. И вот документ, и так далее. И вот, Володя, я снова и снова припадаю к твоим ногам с коробками, с самоцвалами благодарности, да, потому что не оценить этот великий дар, который тобой был сделан. Вот, все, я заканчиваю изливать на тебя эти свои благодарности. Дорогой Вадик, я просто служил гению. Ничего в этом не было. И точно так же и вот все твои таланты, которые пробудились, не какие-то внешние события, там, Оли Нидл, буддизм, дзогчен, алхимия, сессии холотропного дыхания у моего ученика Андрюши Дегтярева, который ты прошел, будучи студентом в Санкт-Петербурге, да, подпольно тогда, еще не было ничего официально, но подпольно через меня это распространялось. Это были всего лишь внешними, или, как говорят в буддизме, вторичными причинами. Поэтому я всегда повторяю, что можно сколь угодно много раз кормить барана ЛСД, или сессию устраивать ему эзотерического дыхания, или возить к шаманам, или ставить ему записи из сайта, из великой библиотеки, начитанных тобою духовных учителей, Демчок, в Apple Store или в аналогичном Google Store. Ничего для барана не изменится, ничего не пробудится. Но если есть семя, если есть внутренний поиск, то любые практически внешние обстоятельства, сходные, побуждающие, они помогают. И ты сам выбираешь людей, обстоятельства, ситуации. Так что мне это тоже хорошо известно. Вот это уникальное сочетание. Нам иногда нужны пинки, нам иногда нужны внешние воздействия, рука друга и поддержка. Но ты, гений, ты главная причина, ты свой собственный даймон, как ты прекрасно рассказываешь. Давай теперь направим корабль нашего общения в контекст той грандиозной задумки, которая, которая, собственно, наверное, и является этим. Слово «памятник», наверное, не очень хорошо сюда подойдет, гимном, да, сценографу, да, и я знаю, что ты задумал грандиозный курс, посвященный как бы его, приносу, да, его, благословению, да, которое он обрушил именно и подарил людям, да, и давай, пожалуйста, распакуем и начнем говорить об этом курсе и о нашей благодарности этому великому мастеру, и я, конечно же, расскажу, с чего нам моя любовь к этому великому персонажу началась. Да, ты знаешь, мое первое знакомство с Грофом состоялось в 80-м году, когда я прочел
первую переведенную в самиздате его книгу и вообще первую книжку Грофа «Области человеческого бессознательного». И эта книга полностью перевернула меня. На следующее утро я проснулся уже графоманом. Я видел сны о Грофе. Во мне все перевернулось. Несмотря на то, что я читал много философской, психологической литературы, я в то время уже закончил физтех и был после физтеха аспирантом Института философии Академии наук. И тем не менее это было откровение, потому что я впервые узнал, что на самом деле мешает нашему росту, на каком глубочайшем уровне завязаны наша судьба, наша душа, наши возможности и какую глубиннейшую филигранную работу по освобождению нас от этих пут и раскрытию наших способностей и возможностей каждому из нас предстоит проделать. То есть вот тот масштаб этой первой книжки Грофа изменил меня, и я понял, что вот трансперсональная психология, одним из основателей которой он является, это мое новое пространство жизни и развития. И ты знаешь, мне повезло, во-первых, в 85-м году пришла книжка в спецхран Ленинской библиотеки «Beyond the Brain», «За пределами мозга», где впервые была описана практика в последней главе холотропного дыхания, и я стал сам дышать и делиться опытом с друзьями. Один из них, Андрюша Дегтярев, как раз потом помог познакомиться с методом холотропного дыхания тебе в 80-е годы. Позволь, я подхвачу. Да, тебя. Пожалуйста, нажми на паузу. Я знаю, что тебя нужно немножко так обрывать. Останавливай, а конечно. Я раскрашу эту вот твою подачу историей одной. И этот вот тот же самый 85-й год, когда я помню, что я привожу две коробки этих книг «За пределами мозга» в Петербург, да, и вот тоже с подачей Андрюши Дегтярева, да, и мы с ним дышим. Первый раз, и я говорил уже, и я часто говорю на своих лекциях, с чего началась самоосвобождающаяся игра, и это узнавание трехздвенной позиции творящего человека, да, и, конечно же, импульсом к узнаванию этой формы, этим вирусом, который был засажен в мозг, да, и мозг потом, конечно же, был вынужден распаковывать этот опыт. Он, конечно же, уходит корнями в это единственное легальную форму раскрытия целостного состояния на территории России, по крайней мере, сейчас, и так далее. И вот мы начали дышать, и вот пройдя через все эти странные опыты, когда тело довольно болезненно, я тебе скажу, реагировало, да, и я плакал от боли и смеялся. О, да. И освобождение от пут мучительно. Да, и это состояние, которое я схватил в итоге, и которое камертонально развернуло мою жизнь, оно, конечно же, сводилось вот к этой трехчастному видению себя. Я вдруг увидел, что я рожаю себя. То есть тот, кто смотрит на этот процесс, это я. Тот, кто рожает, то есть творит, это я. И то, что рождается, то есть сама форма, это тоже я. И вот это трехчленное, трехуровневое безумие, оно, конечно, повергло меня в шок и импринтировало, как на долгие годы исследований. И вот этот опыт, конечно же, и лег в основу и стал толчком к распаковыванию этого феномена играющего человека, да, человека играющего, который, конечно же, не может обойтись без смотрящего пространства, которое питает его запросом и энергией, без творческой сущности, которая берет право и силу творить из этого огромного, невероятного количества ингредиентов, и сама же форма, эмоции, мысли, любая, во что мы воплощаемся, да, и так далее. И вот я сейчас просто раскрасил эмоционально вот тот период, который ты описал. Книжки, дыхание с Андрюшей Дегтяревым, с твоим учеником, да, раскрывание этого опыта и вот тот самый импульс, когда началась самоосвобождающаяся игра. Продолжай, можешь отжать кнопку. Спасибо, да, спасибо практике, спасибо Стэну Грофу за то, что он придумал такой замечательный метод, такой катализатор, который доступен для всех нас. Кстати, внутренняя структура холотропного дыхания – это та же самая, которая описана в мировом мистическом опыте, например, у мистера Экхарта. Я напомню, в его проповедях «Око, которым
Бог смотрит на человека то же самое, которым человек смотрит на Бога. Это феномен двояковидящего ока мистера Экхарта. Практика Иисусовой молитвы в исихазме, блестяще раскрытая покойным Сергеем Сергеевичем Харужем. Мы устремляем молитву к Господу или к Высшему, к Духу. И Господь в ответ на эту молитву посылает свой поток энергии, благодать. То есть здесь я, здесь Бог и есть творящая энергия, тоже присутствует. Так что ты на языке Homo Ludens, человека играющего театра, раскрыл универсальный опыт. То же самое я объясняю поток, вернее, структуру голотропного дыхания через два потока интеграции. От меня к бесконечности, из бесконечности ко мне. И феномен синергии вот этого двояковидящего ока мистер Экхарт, этого пространства жизни каждого из нас. Поэтому, конечно, спасибо тебе за то, что ты развернул в своих практиках, в своих книгах блестящее это в Орликиниаде. И, кстати, мне кажется, что вот существует много возможностей делиться вот тем же самым опытом, обучать людей, которые, ну, проявляются через холотропное дыхание, проявляются через необычное состояние сознания, проявляются через вот эту особую театральную практику Орликиниады и твоего театра. Кстати, нечто подобное было и в театральной традиции. Вспомним Антонина Арто, твоего коллеги французского, тоже революционера театра, который даже называл настолько революционно, что называл свой театр, помним, театр жестокости. И тут же, как синоним, алхимический театр. И формула, которой он описал свои собственные открытия эволюции. Он говорил, суммируя в очень кратком слогане: «Я свой собственный сын, я своя собственная отец, я своя собственная мать, своя собственная мать». Да, ты смотри, он здесь вот все фигуры родительские собрал. Плод, он сын, и он же, который видит все это, то есть он наблюдатель. Очень схожие открытия, конгениальные, я бы сказал, существующие в традиции театра. И если брать вообще метафизический театр, традицию, традицию магического театра сознания твоих великих коллег, ну, скажем, Гротовского, и не только в театре, но и в романе, например, латиноамериканский роман магического реализма, и другие театральные миры, например, 12 книг Кастанеды, это тоже магический театр, по сути. Да, это тоже вот разговоры с Доном Хуаном и Доном Хинаром, наполненные юмором, трюками, трикстерством, общением. И всегда есть позиция, всегда есть Дон Хуан в Кастанеде, в читателе, всегда есть жизнь с ее проблемами, с ее опасностями, с ее забавными ситуациями и выходом, с ее мелюзговыми или мелочными в других переводах тиранами, которые, являясь теми, кто делает нашу жизнь невыносимой, в то же время показывают нам, насколько мы ограничены, насколько мы тупы, насколько мы эгоистичны, и поэтому показывают нам, как это преодолеть и куда дальше развиваться. И вот эта история, наверное, подводит нас к заявленной теме нашей беседы: там, где опасность, там и спасение. Это вообще, как мы знаем, древние выражения, известные нам из Древней Греции, да, и что-то аналогичное есть и в других традициях, и оно постоянно пересказывается. Ну, вспомним афоризм Ницше, например, да, «Что не убивает нас, делает нас сильнее», украсивший начало Конан Варвара. Кстати, сценарий написал не менее и великий известный кинорежиссер Оливер Стоун. Трижды лауреат Оскара. В те времена он был никому неизвестный. Но он, по сути, он сказал ту же самую формулу, древнюю формулу кризисов. И вот я хотел бы спросить тебя, вот как ты переживаешь настоящее, его кризисность, его вызовы, вообще вот как жить нам в это время кризисов, что мы с тобой там и другие люди, которые тоже вот что-то творят каждый в своей области, могли бы чем бы поделиться, чтобы мы могли бы как помочь и чтобы посоветовать? Конечно же,
этот вопрос я хотел бы отзеркалить тебе, потому что никто, кроме как ты, не исследовал эту тему настолько предельно, насколько, ну, она, собственно, и отвечает на все вот эти вот путанные нюансы. И это путь героя, и разобранный тобой просто вообще предельно, и даже ты привнес туда даже новые какие-то грани, насколько я осведомлен и так далее. И, возможно, ты коснешься, или, может быть, это будет уже непосредственно на курсе, где ты будешь распаковывать, ну, вот, гровское наследие. И путь героя — это, конечно же, картина. И весь Голливуд стоит на пути героя, да, и все эти архетипические образы — это всегда путь героя, всегда преодоление каких-то препятствий, всегда устремление в самую бездну, в самый мрак, в самое сгущение, в такой, в негредо, тотальная, да, борьба с чудовищами, которые разрушат мир, ежели мы их не победим. Которые выскакивают отовсюду и являются ничем иным, как нашим собственным, нашими собственными тенями, нашей собственной проекцией, да, и все, и глубинная, невероятно глубинная тибетская традиция, и книга мертвых, да, она вся построена на этом, да, то, что все это на самом деле проекции наших глубинных накоплений, и чем страшнее, тем, конечно же, выше ответственность узнать в этом теневом, теневой проекции, да, себя самого, и войти внутрь, да, и на самом деле, какую драматургию ни возьми, начиная от древнегреческих трагедий, через Шекспира и к современному Голливуду, и к Марвел и так далее, везде один и тот же миф. Да, и низкий поклон Кэмпбеллу, который эти шифры, эти коды пути героя вычленил, да, и проработал, да, и на всем этом колесе пути героя, который очень красочно оформлен, и можно найти в интернете, да, и есть и зов, и отказ от зова, и снова посланники, которые требуют этого перехода на новый уровень, потому что ну, мы не решим свою проблему, да, на том уровне, на котором она возникла, да, и нам все равно придется рано или поздно выйти, как в Братство Кольца, как этого маленький хоббит, да, и к нему постучался, да, постучался зов. Да, и повлек его в эту бездну, где отовсюду чудовище, отовсюду этот ужас сгущается. Но он единственный, кто чистым сердцем может нести это кольцо всевластия, да, чтобы уничтожить Корнили, где оно и возникло, и так далее. И все это, конечно же, путь героя. И все это, конечно же, все это, конечно, уходит корнями в Кэмпбелла, и в холотропном дыхании мы встречаемся и познаем эмоционально, чувственно, вот просто и как имеющее отношение к нам, что такое процесс рождения и так Вадик, далее. Я хочу тебя вот направить немножко вот в сторону театра. Ведь Джозеф Кэмпбелл, он как глубочайший знаток мифов, он чуял их, потому что он дважды обогнул земной шар и подолгу был во всех главных святынях человечества. Он жил там, он впитывал. А в последующую жизнь он преподавал в колледже Сары. Это Нью-Йоркский высший институт, ну, нечто вроде Петербургского института благородных девиц. Там студентки только женщины, а его жена Джозеф Кэмпбелл была выдающейся танцовщицей, поэтому он жил в этом мире тонких чувств, эмоций, и он глубоко чувствовал, он не только мыслил. Так вот, Джозеф Кэмпбелл, мне кажется, блестяще сформулировал, мифы, говорит, это у нас с вами, это не о древних греках, вот это кредо. И второе, что он сказал, мифы, которыми мы живем, это название его книжки, она есть и в русском переводе. Поэтому вот, когда мы говорим о героях, я всегда думаю о героях нашего времени. И в этом смысле я хотел бы спросить тебя, а вот в твоих спектаклях, в последних, в «Гамлете» и в экранизации твоей версии «Снегурочки», скажи, пожалуйста, вот что они выражают, на какие проблемы
выражает герои твоих спектаклей, как герои нашей жизни. Ведь залы полны до карантина, билетов достать невозможно. Сейчас, конечно, только на четверть в силу условностей. Но я помню, что пробиться невозможно, только по блату я там попадал. И скажи, пожалуйста, вот что это за послание, которое ты выразил? Что это за призыв, героизм? Что за задачи решают герои твоих спектаклей, что они притягивают столько людей так созвучны? Тебя, Сократос, я хочу спросить, в чем сила грома? Что постиг ты? Да, и весь путь исследования актерского мастерства и искусства драматургии и так далее, это все равно искусство сгущения обстоятельств, да, то есть сгущение тех самых условий, да, которые становятся, да, как в какой-то момент невыносимы и которые взрываются для того, чтобы перевести главное действующее лицо, героя, так скажем, на новый уровень. Это все, что касается драматургии. Да? Везде, в любой драматургии, начиная даже до греческих каких-либо способов описать, да, инициации и так далее, везде сгущение обстоятельств, да, и греческая трагедия, и трагос, да, вопль козла, которого приносят, из которого совершают жертвоприношение, это уже в дальнейшем, и так далее, да, то есть вопль козла, трагос, да, сгущение обстоятельств для того, чтобы пробка шампанского выстрелила, открыла потенциал, да, из макушки головы вылетело новое видение, да. То есть театр — это концентрация всей нашей жизни, включая всех вызовов и кризисов, с которыми мы сталкиваемся. И что касается современности, конечно же, наш вот этот вот пандемийный период – это потрясающее сгущение обстоятельств, и это колоссальный вызов, если рассмотреть всю эту историю драматургически. И для театра то, что сейчас обстоятельства сгущаются до такой степени, что мы не имеем права даже в зал людей пустить. 25% это на расстоянии 3 метра друг от друга сидят разряженные люди в зале. Их собрать, их сфокусировать и работать с ними как с целым – это адский труд. Да? И поначалу мы оторопели, когда мы выходили, и мы привыкшие, избалованные, как ты сказала, переаншлагами, да? И мы вдруг понимаем, что вот таковы обстоятельства, да? И внутренняя энергия артиста, героя, конечно же, здесь мифологически испытывается на прочность. Да? То есть прикладываются определенные концентративные навыки, дыхательные, пластические, телесные. То есть мы совершаем работу. Мы мокрые выходили вот после первых спектаклей, да? Когда вот впервые зал оказался настолько разряженным. И сейчас мы уже владеем этой ситуацией, да, и предлагаем определенные обстоятельства для сплочения зрителя, да, и зритель благодарит эту энергию. То есть мы преодолеваем, мы выходим на новый уровень, да, и расценивая это как вызов. И в жизни на самом деле очень много вызовов. И вот сейчас и политическая сцена, и социальная, и общественная – это колоссальный вызов для каждого из нас. И переходя к спектаклю «Кто Гамлет», о котором ты говоришь, да, он весь акцентирован на том, что там Шекспир, но в высшей степени своего дара сгустил обстоятельства до полного мрака, не войдя в этот мрак, а жутко страшно. И это сомнение Гамлета, да, быть или не быть, принять или не принять, как же пройти, протиснуться сквозь эту гущу, этот ужас невероятный, да, как Микеланджело говорил, ужас преодолевается только изображением ужаса. Да, и, конечно же, вот драматургически сгустив обстоятельства или поняв, что нету самых непреодолимых черных обстоятельств, это все наша собственная проекция, наш собственный страх. Если, слава Богу, оказывается мастер, который указывает на это и говорит: не бойся, иди, протыкай, смелее, да, используй эти ритуальные предметы, ваджру, пургу, дригу, да, рассекай, входи. И там ты откроешь новый уровень, да, и вот поэтому спасибо тебе огромное за то, что ты предложил это название, потому что для современности, наверное, это
ну, самое глубокое знание, самое сильное, и как говорят тантрики, да, ваджраяна, это как раз корпус методов для самых мрачных времен, да, и чем мрачнее времена, тем эффектнее, да, мощнее работают методы, которые формулированы. И я думаю, что если не отсылаться вот к этим традиционным разным взглядам и быть не слишком на них завязанными, да, то современный артист или современный творческий человек это, конечно же, тантрик. Без сомнения, потому что он играет с пространством, играет с этим сгущением обстоятельств, да, знает, как с ним общаться, и даже подбрасывает парку, даже подбрасывает угольку, чтобы еще, давай, еще сильнее, чтобы вообще невыносимее было, бабах, да, и это как бы взрывается через тонко закрученный сюжет. И здесь я, конечно же, воспою гимн этой формуле и то, что когда-то, много лет назад, дерзнул назвать свою книгу «Самоосвобождающаяся игра» за счет очень круто, хитро, ловко закрученного сюжета, сгущающего этот мрак, да, обнаружить ясный цвет, чистоту, простор, расслабленность, красоту мгновения здесь и сейчас. Да? Ну, конечно, вот далеко, этом... далеко не всякий театр, тантрический театр или алхимический театр, или театр, в основе которого лежат мистерии или любые другие практики преображения. Суть тантры, как мы знаем, это преображение нечистого в чистое. Суть алхимии – преображение нечистых металлов, свинца, олова, золота в чистые. Серебро, платину и золото. Суть тантры – преображение нечистого, загрязненного, ограниченного человеческого видения в просветленное, неограниченное, безграничное, свободное, реальное видение. И, конечно же, это невозможно сделать без энергии, без мастерства владения энергией. И здесь я хотел бы вот обратиться к другой твоей истории. Вот то, что Лев Шестов когда-то задолго до Демчога, в начале 90-х годов, Лев Шестов, великий русский философ, экзистенциалист, назвал в своей бессмертной книжке «Странствия по душам». И он был великий писатель и великий философ, который настолько глубоко погружался в жизнь своих героев, что его книги «Проблемы поэтики» Достоевского, «Добро и зло в учении графа Толстого и Фридриха Ницше», «Киркегард и экзистенциальная философия» это было одновременно и жизнь этих удивительных людей, и одновременно взгляд, и одновременно энергия жизни. Он представлял вот твою замечательную триаду в своих книгах, и это невероятно. Это, наверное, лучшие тома, если бы они вошли в советскую серию «Жизнь замечательных людей» и были бы вот в этой серии. И вот эта метафора «Странствие по душам», мне кажется, и вообще опыт Льва Шестова, его творческий метод является также, ну, одним из ключевых для твоего творчества, так мне кажется. Я помню, как Вадим Демчог начал свою «Арлекиниаду». Вернее, а до этого, как Вадим Демчог начал на «Серебряном дожде» Фрэнки Шоу. И вот этот мир безумцев, Мерлин Марло, Ницше, великих писателей, великих безумцев, которые были представлены в этих пробуждающих и влекущих пробуждению передачах, часовых по ограниченных по жанру. Но тем не менее, я думаю, что вот твое перепроживание, твое представление, это и стало твоим личным путешествием и тем алхимическим котлом, в котором и варился, тантрическом пространстве, в котором перемешивался, варился, объединялся весь твой опыт для того, чтобы вот дать новый продукт, новый всплеск театра Демчога. Как культурно, философско, духовно, театральный проект. И помнишь, как начался новая фаза? Просто тебя
тебя уговорили, тебя принудили, тебя соблазнили, тебя, ну, буквально заставили актеры начать театр, начать вот написанное тобою Фрэнки-шоу, всевозможные сюжеты играть. И вы стали играть, возникли первые спектакли, твои моноспектакли «Закрой глаза и смотри». То есть увидеть невидимое. Вот смысл закрывания глаз, потому что во внутреннем пространстве, которое оглашает Демчок и которое воскресает нас, когда мы смотрим духовным зрением, это означает не ограничиваемся физическими ушами, глазами и прочими органами чувств, тогда возникает реальность. Реальность магического театра в каждом из нас через жизни отдельных персонажей. Я думаю, вот что я вот тебя... это вот... Да, пожалуйста. Я тебя подключу, что корнями, конечно же, все уходит в этот ожог и в этот импульс, который опечатал мой мозг в момент первого холотропного дыхания. Да, когда я не знаю, как это объяснить, я не понимаю, но я то, что смотрит, я то, что творит, и я то, что рассыпается в огромном количестве ролевых функций. Да, и этот ожог – это знание, которое никто мне тогда еще на словесном уровне не объяснил. Но я не знаю, но я знаю. Потому что я и есть это знание, я пережил этот опыт. Да, и низкий поклон сценографу и тебе в том, что это были даны конкретные методы через интенсификацию дыхания, да, через переживание этого опыта, и твое тело, оно уже знает об этом, то, что все целостно, все взаимозависимо, взаимосвязано. Да, и мы связаны с каждым атомом во Вселенной, мы и есть эта Вселенная, да, и вот это знание, оно, конечно же, в дальнейшем стало распаковываться просто потому, что, ну, вот я в профессии артистической, и мне во что бы то ни стало надо персонифицировать этот опыт, его нужно мне, ну, как-то обнять и даже не интеллектуально объяснить, это будет потом, а просто представить себя в образе этой целостности. И так родился Фрэнки, этот безумец, потому что иначе, кроме как предстать перед миром безумцем, иначе не защититься, потому что все будут тыкать пальцем, вертеть пальцем у виска и кричать, что это безумец, это сумасшедший. Да, безумец! И вот так появился, выкатился на сцену этого восприятия того времени, да, некий сумасшедший Фрэнки, и это была прямая трансляция из «Сумасшедшего дома», и потенциал пространства, творческая сила, ролевое многообразие, которое рассыпалось через всех этих персонажей, 316 ролей за 7 лет на территории Фрэнки Шоу, да, вот так эта парадигма, она немножко стала быть понятной. Зрителя же, видишь, зрителя надо обмануть, и здесь актеры, конечно же, грешны, потому что уговорить зрителя пойти в те глубины, в которых он хочет быть, очень непросто. Его нужно очаровать, его нужно увлечь, как паучок, оплести разными соблазнами, увлечь туда и потихонечку затянуть на глубину, где прихлопнуть каким-то новым озарением. Понимаешь, да? И в этом, собственно... Вот она, тайна театра Демчога. И в этом есть искусство актера, да, потому что без очарованности, без доверия, без расслабления, что этому гаденышу можно доверять, да, зрителю не будет никакого секса дальнейшего, то есть экстатического опыта и выхода за пределы, да, универсальной практики экстаза, необычных состояний сознания, через которые к нам приходит новое. Вот. Видишь, вот ты сейчас облекаешь это, ну, в такие очень крутые и ясные формулы интеллектуального уровня, да? А актерская профессия, она, конечно же, заключается в том, чтобы создать эмоциональную форму. Потому что только эмоция, как ты знаешь, она напрямую связана с нашим генным кодом, да? И она впрыскивает, эмоция впрыскивает в кровь этот образ, по которому в дальнейшем человек будет формировать свое будущее.
Любую с тобой сейчас, я вспоминаю о том, что, конечно, актерская профессия в немалой степени связана с очарованием, соблазнением и, конечно же, флиртом, заигрыванием. Иначе не затащить в Гамлета, это например, не тема. В эти бездны. Это не тема нашей. Это не тема нашей с тобой сегодняшней беседы, потому что она тоже бездонна, и мы можем распутывать эти очарования эротического контекста и эроса, которым полно пространства как такового, потому что наша сегодняшняя тема, а у нас, кстати, времени уже не так много, у нас 20 минут осталось, да? Тогда, может быть, я предложу еще какой-то взгляд вот на те проблемы и как мы могли бы помочь их решению, каждый человек, ты, я и вообще любой человек. Ну, мне кажется, что вот то, что делаешь ты, то, что делаю я, это наш персональный ответ на глобальные вызовы, на те опасности, которые сейчас существуют. И мне кажется, что лучший ответ – это творчество, это жизнь на всю катушку, по максимуму. Вот когда мы творим, мы освобождаемся. Когда мы творим, мы растем. Когда мы творим, мы несем этот дар, выражая свое творчество. И когда это достигает других людей, они входят в этот опыт, в это состояние и сами выбирают из этого опыта то, что нужно им. Это опыт артикулированный, сгущенный, выразительный. А как же иначе? Если ты не создашь из своей жизни непрерывный поток произведений искусства, на кой ляд твоя жизнь другим людям? В ней нет ничего красивого, ничего, что соблазняет, привлекает внимание, дает какие-то дары. Поэтому мне кажется, что лучший ответ на вот эти глобальные проблемы, а их немало, как мы знаем, да, политически ужасная ситуация, Россия кругом обложена, внутри невероятная ситуация, даже в рамках золотого миллиарда чудовищное расслоение несправедливости. Это самая процветающая часть жителей планеты. На России разница между самыми богатыми и бедными в 75 раз в среднем больше, чем во всех других странах золотого миллиарда. А другая часть человечества, так называемый третий мир, боже мой, 6,5 миллиардов соблазнены через фабрики реальности Голливуд, Болливуд, Лас-Вегас, Диснейленд, массовая культура и же с ними мифами о том, какой прекрасной может быть жизнь. Но если ты житель третьего мира, сколько ни паши, у тебя ничтожные шансы иметь свой собственный дом, свой собственный Мерседес, свою собственную красивую жизнь. Поэтому ты идешь во все тяжкие, ты взламываешь, ты нарушаешь запреты, ты занимаешься террором, потому что никакого честного способа отнять у золотого миллиарда, охраняющего своей мощью эти богатства, а ты соблазненными, у тебя нет. И поэтому чудовищная несправедливость, которая существует в мире, это, конечно же, корни глобальной ситуации, терроризма. А ведь есть еще и космический террор. Вселенная может разрушить нас с помощью кометы, космических лучей, взрыва сверхновых или прислать нам бригаду инопланетян, чтобы в конце концов разобраться с обезумевшими землянами. И я помню, как один из моих великих учителей Мирапа Мардашвили назвал вот эту ситуацию в своей сперва докладе, я там на нем вживую был, потом в статье, назвал кризисом, назвал антропологической катастрофой. Потому что он указал на то, что источником всех этих невозможностей, кризисов являемся мы сами. И я, как практикующий психолог, как психотерапевт, это прекрасно знаю по работе с клиентами, что подавляющее большинство проблем мы создаем сами в силу тупости, ограниченности, в силу отсутствия чувства юмора и в силу того, что ну, мы просто-напросто все эгоисты. И в нашей жизни вот эти три буддийские яда и действуют. Алчность, тупость и гнев, да, по отношению к ближним. Мы их отталкиваем, расталкиваем. Гроф прекрасно, кстати, это писал в своей психоистории. И поэтому, мне кажется, в силу вот того, что мы источники проблем, то главное лекарство – это освобождение нас
вот этой проблемности, наш рост, наше развитие, наша трансформация, тантрическая трансформация всеми возможными способами, через Арлекиниаду, через магический театр сознания, тантрический театр Демчога, через странствие по душам, через участие в любых мощных развивающихся тренингах, практиках. То есть мы должны использовать весь инструментарий человечества, то, что я называю инструментами эволюции, для того, чтобы прежде всего развиваться, освобождаться, высвобождать свое творческое начало. И, конечно же, одним из важнейших инструментов эволюции является метод холотропного дыхания. И Гроф недавно собрал команду проверенных людей, пригласил меня в эту команду международных преподавателей для того, чтобы начать в России тренинг «Наследие Грофа». И радикальное отличие этого тренинга от всех предшествующих тренингов, например, тренинга по холотропному дыханию, который я тоже эту программу вел 5 лет в России, подготовил около 60 сертифицированных практиков холотропного дыхания, состоит в том, что это не только о холотропном дыхании, хотя это важнейшая практика. Это все «Наследие Грофа». А суть дела, большого дела Грофа – это использование, изучение и использование колоссальных возможностей необычных, измененных, расширенных состояний сознания. Это неисчерпаемый ресурс. Именно через них мы открываем новое, именно благодаря им мы быстрее всего освобождаемся и растем. Поэтому тренинг «Наследие Грофа» – это вот такая большая перспектива, и все инструменты развития Грофа для работы – в бизнесе, в коучинге, в творчестве, в дыхании, в психологии, в психотерапии, с глобальными проблемами, в горячих точках, с психодуховным кризисом, все-все-все. Так что я счастлив, что Гроф меня попросил начать это дело в России. 15 декабря я его начинаю как раз с командой проверенных тоже специалистов, они все сертифицированные психотерапевты Европейской трансперсональной ассоциации, все великие практики холотропного дыхания и люди с широчайшим кругозором. Ну, кого интересует в шапке моего профиля, есть описание и сайт тренинга grof-legacy-training.ru. И вот я считаю, что вот в своем главном деле Гроф в наше время делает то, что когда-то, вот в это знаменитое сивое время, то есть 1000 лет до христианства, когда возникли все мировые религии, согласно Карлу Ясперсу, делал Христос, делал Будда, делал Гуру Нанак в кундалини-йоге, делал Мохаммед в исламе. Мы знаем, что основатели мировых религий открыли, что каждый человек несет семя духовности, бесконечность, сущностное состояние. Мы в этом смысле боги. И в формуле знаменитой индуизма «таттва-маси» это кристально просто выражено. Ты есть то. Атман равняется брахман. Человек – это божество. И по сути все мировые религии, и христианство, и индуизм, и буддизм, и даосизм – это навигационные карты, раскрытие этого божественного, бесконечного измерения в нас. Но, как мы знаем, в 19-20 веке это царство науки рационализма и атеизма – это было отброшено. Религия – опиум для народа. И Стэн Гроф, поначалу будучи материалистом, как бы жителем своего времени, столкнулся с необычными переживаниями в терапевтической практике, долгое время не мог их принять, а потом построил новую психологию, новую карту бесконечную нашего внутреннего пространства человеческой души с новыми постбиографическими областями, трансперсональными переживаниями, перинатальными матрицами, системами конденсированного опыта. И это величайшее открытие Грофа, потому что, по сути, Гроф показал, во-первых, что каждый человек может иметь любые переживания. Мы совершенные приемники, мы не ограничены своим «я», той жизнью, которой мы живем. Как вторит ему Арни Миндел, жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее в одной роли, в одной ипостаси, в одном «я». Да, поэтому нужно играть, нужно творить, нужно шутить, нужно быть трикстером. И второе, что показал Гроф, что единственное отличие, например, между Вадимом Демчогом и Буддой,
мной, например, и Махавиром, и нашими зрителями во всех их мужских, женских ипостасях в современности, и Девой Марии, и Лао-цзы, и так далее, состоит в том, что большей частью мы живем в своей обычной мирской роли, в своих обычных мирских ролях, и, в общем-то, не всегда, далеко не всегда в контакте с бесконечностью. А Будда, Дева Мария, Христос всегда были в контакте с бесконечностью и реализовывали ее через свою жизнь, Евангелие Христа, да, или Джатаки Будды, через свои учения, руководя человечеством по движению, раскрытию этого измерения в себе. И Гроф, по сути дела, его функция в современном мире он сделал в своей самой первой книге, по сути, то же самое, что когда-то, за 2000 лет до него, сделал Христос, сделал Будда. Но в то же время Гроф не создал нового духовного учения или пути. Гроф ученый, современный, широкий человек, поэтому он дал, создал вместе с Маслоу, Майклом Мёрфи, новую науку, которая намного ближе ко всем духовным традициям, их навигационным картам и открытиям. Но вот это очень важно. Гроф не только восьмитысячник, я использую метафору высших вершин из альпинизма в мире современной психологии, как, например, Фрейд, Юнг, безусловно, и Гроф. Вот я знаю три великих восьмитысячника. Но у него также и есть другая миссия, другая функция. Он первооткрыватель. И вот это, собственно говоря, и есть дух жизни Грофа и дух тренинга наследия Грофа, который вот сейчас мы начинаем в России. И это дух, который когда-то вот помог пробудиться и раскрыться Вадику, мне и тысячи-тысячи другим людям на планете. Извини за долгий монолог, пожалуйста, Вадик. Нет, это прекрасно, потому что я хотел как раз забросать тебя бесконечно конкретными уже вопросами относительно когда, где, в какой последовательности этот курс знакомства с наследием Грофа начнется и так далее. И ты в этом потоке, конечно же, уже ответил. Вот. И нам на самом деле уже нужно завершать потихонечку наш эфир. И я знаю, что у тебя целая серия интервью с разными близкими тебе людьми, и с трансперсологами и так далее, которые имели воодушевление прикоснуться к Грофу, и со мной тоже, в частности, ты вот сделал это интервью. Одним словом, я всячески желаю тебе этого сил, чтобы эту глыбу катнуть Сизифову, да, вот эту вот невероятную, которую снова и снова нужно поднимать на вершину культуры, да, потому что этот труд, он, конечно же, ну, очень, как это сказать, ну, не подхватен, что ли, да, потому что нужно снова и снова людям напоминать о том, что какие глубины они из себя представляют, да, а они все равно хотят сужаться и сжиматься и использовать минимум своих возможностей, да, и Вадик, указывать на то, что они глобальны. Вадик, это, конечно же, ну, потрясающий труд, и мои всевозможные пожелания, и мой сердечный отклик, и если от меня что-то потребуется в позиционировании этого курса, пожалуйста, пользуйся, да, и я всегда выйду на диалог, и буду звенеть, и буду трещать, и буду харизматить, да, на тему благодарности Грофу тебе, Вадим, бесконечное, дорогой, Вадим, потому что, когда ты видишь, сейчас, прости, договорю последнюю метафору, когда ты видишь глыбу, ты не можешь не наслаждаться тем, чтобы раскрывать эту глыбу для других, да? Для тех, кто еще пока не видит, может быть, масштаб и глубину того, что на самом деле сделано этими людьми. Вот, поэтому я еще раз, с чего начал, тему завершаю бесконечной благодарностью, бесконечными пожеланиями, и мы давай уже будем сворачивать наш курс. Вадик, а я, пользуясь случаем, я приглашаю тебя быть тоже преподавателем в этой программе и провести, ну, может быть, несколько мастер-классов для студентов этого курса, то есть презентовать мир Димчога в этой программе. И ты знаешь, я думаю, что каждый из нас, и вот все наши слушатели, наверное, самое правильное, что может сделать, отвечая вот на
вот эти глобальные вызовы, глобальные проблемы, антропологическую катастрофу, это, конечно, расти, творить, развиваться, думать глобально, но действовать конкретно. Противопоставлять локально, свой творческий картину, жар. Да-да-да, ты абсолютно прав. Быть очень таким конкретным в своих делах. И я знаю у тебя фантастические проекты, фантастические семинары. И я стараюсь тоже не только вот какие-то академические вещи, как преподаватель Московского института психоанализа вести проект образовательный, но и свои творческие проекты. У меня 5 онлайн-курсов, каждый по 6 недель. И некоторые наши общие студенты проходили твои и мои семинары. И вот в этих онлайн-курсах, вот в феврале будет следующий онлайн-курс по творчеству, только что закончился онлайн-курс о путешествии героя, 8 историй, которыми мы живем. Я в концентрированном виде стараюсь делиться всем своим жизненным опытом, знаниями, открытием и опытом человеческим. И если каждый из нас будет щедро делиться тем, что мы открыли, тем, как мы развиваемся, тем, как мы творим и живем, я думаю, что это и есть лучшая помощь человечеству и лучший ответ на все глобальные вызовы. Спасибо. Принимаю приглашение, и теперь мне только нужна ясность, в каком контексте я могу быть полезен, поэтому будь добр, связывайся со мной. Мы же прощаемся. Уже осталось буквально 2 минуты для того, чтобы еще и эфир сохранить, чтобы он остался у нас, потому что слишком бурный для того, чтобы просто выбрасывать его в бесконечность и так далее. Володя, низкий тебе поклон, спасибо тебе огромное. Мне тоже огромное спасибо за энергию и зеркаленье всего того, что сотворил Володя. Низкий поклон Стэну Грофу, бесконечный, просто вот безграничное спасибо Стэну Грофу, да, и я, конечно же, не перестану кланяться перед ним и воздавать ему благодарность. Заканчиваем. Спасибо, дорогой Вадик. Спасибо нам всем большое, нам всем участникам этого эфира. Удачи нам всем.